Следующий наш спикер – это партнер с большой буквы. Человек, за которым идут тысячи людей и который вдохновляет многих. Яркая, внимательная и целеустремленная. Встречаем в прямом эфире Елену Москвину. Открытый грандмастер пул 2 бриллианта «Новосибирск, Россия». Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу сегодня обратиться к тем нашим партнерам, кто в бизнесе совсем недавно. И я бы хотела рассказать свою историю, но сначала хочу поделиться тем, что происходит здесь. Вы знаете, у нас уже 3 года компании, и первые 2 года марафоны были в реальном мире, они были офлайн, и гранд-мастера, президент, вице-президент ездили по всей стране и выступали, и мы собирались в огромных залах. И с каждым годом эти залы были все больше и больше. И вот наступил этот год, но ситуация изменилась, она изменилась в мире, мы вынуждены ей подчиняться. И вы посмотрите, что происходит, в какой интересный формат наша компания перевела наши марафоны, чтобы не потерять динамику, чтобы продолжать шикарное обучение, чтобы дать людям возможность поделиться опытом и новичкам посмотреть, что же происходит с людьми, которые начинали не так давно, может быть, а кто-то давно. И сейчас финальный, 7-й World-марафон, он проходит на родине Greenway в городе Новосибирске. И сегодня здесь собралось беспрецедентное количество мастеров, гранд-мастеров и бриллиантовых гранд-мастеров. И здесь такая вообще атмосфера царит здесь. Вот представляете, мы уже привыкли встречаться на событиях, а тут нет возможности. Видим по телевизору только друг друга, в эфирах, в инстаграмах, в зумах. И вот мы здесь сегодня собрались, и вот это желание прикоснуться, обняться, поговорить, поболтать, посмотреть в глаза. Оно вообще невероятное. Все-таки наш бизнес – это бизнес отношений, и без этого очень скучно. И мы, конечно, все очень сильно ждем, когда мы увидимся на лидерском форуме в Сочи. Это произойдет очень скоро. Вот. И к нашим новичкам сегодня обращаюсь, я хочу сказать, стремитесь в это окружение, стремитесь делать квалификации, стремитесь расти по карьере и попасть в это удивительное совершенно сообщество, потому что, ну, каждый уникален, вы сегодня видели этих людей, вы в предыдущие марафоны видели этих людей, ну, никто, ни один не похож на другого, но все-таки всех нас объединяет, наверное, что-то, самое-самое важное, что-то на уровне ценностей. И вот я хотела сегодня рассказать историю, может быть, с кем-то из тех, кто сегодня принимает решение. Или вы уже приняли решение, вы уже в Greenway, но сомневаетесь, идти дальше или не идти, прикладывать эти усилия, преодолевать ли свои страхи. Но самое страшное, это, конечно, самого себя преодолеть, это вообще труднее всего. И поэтому я хочу рассказать свою историю, как я начинала. Ребят, я начинала, когда мне было 28 лет, и через месяц я буду праздновать 27-ю свою годовщину в сетевом маркетинге. Вы представляете, все... вы можете поаплодировать даже. Да-да. И почти половина моей жизни. И вот как это начиналось? Вы знаете, это была первая сетевая компания, и вообще ничего никто не знал про сетевой маркетинг, 93-й год, осень. И мне очень правильно продали этот бизнес. Вы понимаете, мне продали вот эту геометрическую прогрессию. Мне сказали, слушай, тебе нужно найти всего 5. Те, значит, 5 найдут 5, у тебя уже во второй линии будет 25, а те по 5, там 125, а там 625, а там 3125. И, короче, а я, поскольку по образованию все-таки оно у меня математическое, я заканчивала факультет автоматики и вычислительной техники нашего НЭТИ, сейчас НГТУ это называется, да? И у меня вот эта вот волшебная сила геометрической прогрессии, она меня так захватила, я думаю, боже мой, вот это все, вот это золотая жила, я от этого никогда не откажусь. И я вышла на улицу, я помню, я, во-первых, 2 ночи не спала, я высчитывала, какая я буду миллионерша уже через месяц, потому что у меня была иллюзия, что это прям произойдет завтра, все 5 по 5 пригласят, все купят продукт, сколько надо, и все выплаты мне произойдут, и прямо через месяц я буду миллионершей. Вот. Ну, конечно, жизнь показала, что это не так быстро происходит, все-таки этого надо дождаться было. Не дождаться, это надо было сделать. Вот. И вот это я вышла на улицу и хожу и смотрю на людей, которые идут по улице, и думаю, слушайте, они еще не знают. Они ходят несчастные, они не знают, какое невероятное чудо может произойти в их жизни, как только я к ним обращусь с этим предложением. Вот. И, значит, я сразу, вот я за что себя сильно хвалю, за то, что я сразу отнеслась
к этому бизнесу, к этому предложению, ну, прям к работе, что я буду заниматься только этим. Я поняла, что это моя золотая жила, я ее буду разрабатывать, я отовсюду уволилась и начала заниматься только этим. Вот, это по деньгам было не сразу, как сказать, ну, то есть не пришли ко мне эти миллионы сразу, но я настолько, вот это правильно было мне рассказано, что сеть, надо строить сеть. Я сейчас, глядя уже вот, ну, назад, и знаю, как с другими происходило, и думаю, вот если бы тот человек мне не сеть продал строить, а продал бы торговать эти, да, типа вот покупаешь по этой цене, продаешь по этой, я бы совершенно точно не сделала этот выбор. Поэтому я очень этому человеку благодарна, и сама очень большое количество усилий прикладываю к тому, чтобы люди поняли суть нашего бизнеса, а тем более Greenway. Вот сегодня в нашей жизни есть Greenway, и Greenway прям специально создан таким образом, чтобы не нацеливать людей на продажи, не нацеливать набрать полные багажники или полные сумки и что-то, да? Прям маркетинг подсказывает, как ты разбогатеешь. Строить потребительские партнерские сети, строить огромное количество всех людей подписывать. Потом из них произойдет выборка, выберутся люди, которые хотят идти дальше развивать свои сети. И вот вы знаете, когда я пришла в Greenway, у меня была такая мечта. Я к тому времени уже была 23 года в сетевом, я уже достаточно устала от этого. У меня была достаточно большая структура, и, в общем, я неплохо зарабатывала, но вообще не столько, сколько здесь. Вот. И я сказала себе, вот я выйду на миллион, и это будет тот самый мой остаточный доход, и все, и буду кайфовать. Ну, в общем, все. Ну, все, отстаньте от меня. И вы знаете, я здесь в Greenway проскочила этот миллион, вообще, во-первых, не заметила. Во-вторых, я удивляюсь сегодня тому, что я могла так думать, потому что я каждый день просыпаюсь счастливой, что эта возможность есть в моей жизни, что у меня есть возможность моим людям это, учить их, помогать, продвигать. Вот. И я, сколько хотела сказать, а время уже заканчивается, и я просто обращаюсь сегодня к новым нашим партнерам. Хочу сказать, сегодня уже прозвучала замечательная фраза по поводу того, что ну, главное перетерпеть, да? Не уйдите из этого бизнеса за 5 минут до вашего успеха. Просто продолжайте это делать, даже если у вас пока не получается.